Госавтоинспекция МВД по республике Татарстан проводит работу по профилактике аварийности на дорогах республики с применением летательных аппаратов. Данный способ позволяет эффективно пресекать административные правонарушения, в том числе и нарушения, связанные с выездом на встречную полосу. В текущем году при взаимодействии с Росгвардией с применением аэростата было проведено 5 профилактических мероприятий, в ходе которых причинено 37 нарушений правил дорожного движения, из которых 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Также задержан один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения. Госавтоинспекция МВД по республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.